Green dude.
race. Get the fuck up on my face, I'ma break shit. Smoke an ounce, not an eighth. I get mine every day. If I want it, I'ma motherfucking take it. What you know about going out and making everything you want? Used to have to call a weed man, now I'm the plug. Moving pounds out in public, used to run away from it. Now I'm getting love. Who the one that made millions off a bud when they said it was a drug? The one that hit the stage high as fuck every day and get love. I'm a beacon in the night. When it's dark, you see me shine. I ain't gonna live to stay alive. Love is gonna get me. Feels like I got my road against the night. I was made to live an ordinary life. I don't ever use brakes, I don't ever take breaks. Get the fuck up on my face, I'ma break shit. Smoke an ounce, not an eighth. I get mine every day. If I wanted that, my motherfucking take it. What you know about going out and making everything you want? Used to have to call a weed man, now I'm the plug. Moving pounds out in public, used to run away from it. Now I'm getting love. Who the one that made millions off a bud when they said it was a drug? Who the one that hit the stage high as fuck every day and get love? Алло. Здравствуйте. Бля, только спанк захавал, они уже отлетели, блядь. Чё? Не, такие-то ебланы без формы. Поехали. Давай десятый. Десятый это который самый пиздатый, да? Угу. Он пиздатый, охуенный, современный, невъебенный.
Що отдельні бісистеми, прямо як цілі, як бісені, цепілізують вас на тілі, твоє особливе приділі. Грязний мортіс, то в ділі, чого-то там. Тут нет ботану смысла. Ребят, алло. А, я себе просто включу, сори. Чего ты так тихо слышишь, Недолфер? Тише, тише. Тише, 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 тише. Тише, тише, тише. Тише, тише, блядь, не тише, тише, сука. Тише, тише. Тише, тише. Тишерт. Тише, тише, тише. Футболька. Футболька. Наркоманы. Где вы, блядь? Приехали. Ты мне, блядь, не тише, тише. Ты мне, блядь, не тыкай. Где четвертый? Четвертый, он едет. Делфорд Лигдле. Слушай, когда, да? Поехали, значит, на левую трассу. В смысле, когда? Когда на магаз? Нету. В смысле, у нас крестика нет на нем. У меня есть. Значит, а, ну все, тогда базар. Почему, алло, блядь, Джерлфорд? У меня тоже нет крестика? У меня есть. Джерлфорд, ты тут? Так ты Рео кикнули уже? Рео... Джерлфорд, а ты можешь, блядь, пожалуйста, сделать себе погромче и приехать на 10-й магаз? Орти, кикни меня, блядь, с этой сестрой. Сделай, типа, мне по... А, извини, блядь, это микрофон, нахуй, сейчас нормально слышно? Да. Всё. Кикни. 10-й магаз. Это 24 на 7? Да. Ебать, 2 километра, ты чё, ебанулся? Ебать, ну, блядь, не могу подсказывать. Сейчас нас толпа просто фибоу приедет и изнасилует. Нахуй, пьюшится, готовьтесь. Это по-нашему. Блять. Просто кикнул меня? Да. Рео. Кикнул. Всё, заебись. У меня ник в Дискорде, на Йосиф Сталин. Ладно, так и на быть. Гитлер. Я пытался Адольф Гитлер вчера взять, но сука, он занят. Йосиф Сталин, если не занят. Ты где, Талафр? 2 километра, ты чё, ебанулся? Блять, ты на Пикадоре едешь или чё, нахуй? Ну, пешком едет. 2 километра. Пешком 2 километра хуярится. Я еще пьяный за рулем. В прямом смысле. Не он реально пьяный. Не под пьяный. Типа он бухой в смятку, прям он еле рулит. Поломай заборы тут, где мы стояли в тот раз. Чё, на машине, блядь, въеби все. Блядь, да ну ты хуис. Осуждаю. Одобряю. Ты ебаная Катя Самбука, блядь. О, нормально, это комплект. Соска. Реально. Якая сиськи сандука. А ты где? А, это вот минус? Ты. Все, делаем, ребятки. Что делает? Вы? Блядь! Я... Ну давай, ебать ты урод! Дебил, блядь. Телфор, знаешь, где я побитый сейчас? Давайте, залетайте. А я могу ему битой угрожать? Какой нахуй битый, долбоёб? Хоть член, блядь, достань угрожай. Достань его яичками, просто бей. Уровень риска низкий. Только, блядь, пускай он один тут... Что ты делаешь, блядь? Блядь, это пиздец. Что такое? Он поебла на этом, и стрелял, он дробаш достал, хотел меня отпиздить. Он умер? Да! А деньги берите. Ты чё, дурачок? Сколько, блядь, ты там награбил? И у нас когда теперь час из-за тебя? Вы чё, долбоёбы? Блядь, Телфор нахуй, сука. Я зажал просто у него. Что ты сделал? Я могу деньги его вернуть. Сколько там выпало? Скажите, сколько я верну? 200 баксов там, блядь, выпало. 12 тысяч вам, как раз нормально, не? 547 долларов я грабил с него. Да вы наркоманы, блядь. Это пиздец. Идите, я дам деньги, идите сюда, где вы? Нахуй нам деньги нужны, блядь. Деньги, блядь. Да я не хотел, блядь, я хотел грабить его. Я вместо того, чтобы нацелиться, я его стрельнул. Ты ебей, блядь. Грабил, точно грабил? Я хотел нацелиться. Скворечникову проебашил, говорит, а грабить хотел, блядь. Погнали, чтобы его грабим. Погнали ментов пограбить, что мы его добило. Блять. Так у нас когда на все или нету, когда из того, что Телфор убил? Ничего. Не, вообще есть когда, по идее. Да пиздец. Да я хотел нацелиться. Да, где айкос мой? Едьте, короче, сейчас правый магазин, посмотрим, есть ли когда или нету. Да нету, наверное. О, есть. Да. А я лям 200 в казино садил.
Не надо. А давай ты каждому из нас по 300к дашь, и все. И вот давайте. Если... Не, давай, это чисто, скучно. Чтобы мы извинились. Извини, ребята, ну это смешно. Подъедьте к 8-му магазу. Подъедь. Где он нахуй? Да вон вправо. Но нет, смотри, уже была метка. Есть хотите, где-то. Кто хочет розыгрыш, ребята? Розыгрыш денег. Давай. Лям на баланс прям сейчас перечисляй. Розыгрыш денег, смотрите, вызываем ментов. Если вы ебанете всех ментов, каждому по 50 тысяч. Полиция. Да это будет байт, полиция, алло, не пикайте, в Деморган откинуть. Да, срочно. Дебил, блядь, тупой нахуй, блядь, не делай, блядь. О, срочно. Не делай. Все, драка, понимаешь? Драка. Дурак, все блядь, тоже дайте. Дебил. Сейчас приедем менты, если вы всех разъебете, по 50 тысяч каждому. Уже приехал. Блядь, этот уже нахуй озверил, блядь, за 50к позицию занимать. Порву, блядь. Порву, Делфар, блядь. Ты может в машину сядешь, нет? Ой, блядь, чё ты не стреляешь? А, не стреляется, нихуя себе. А, не, она не работает, бля. А, не, что, или я тебя убил, серьёзно? Чё, блядь? Я тебя убил? Кого вы убиваете, блядь, Арк? Алло. Нет, блядь, просто отдохнуть прилёг. Я... Он дебил, он случайно, сейчас он... Скажи, зачем? Я сейчас подниму, я просто не хотел. Полтос ему дай, блядь. Я просто не хотел. Алло, я его убил, я его убил? Я не хотел. Да не убил я его, точно. Он просто... Блять. Ну где твои мусора, блять, им похуй. Я знаю, они реально не приедут. И рэкет мы не можем, да, сделать? Когда... Давай на трассе мы просто выйдем в первых попавшихся мусоров, если мы их убиваем по сотке каждого. И не важно, что там один мусор будет. Не-не-не, это важно. Что важно? Мы приехали. Извини. Кто, блять, пусик приехал какой-то? А это наш. Пиздец ты, Телфор. Это наш, блять. Привет. Так, кинь его нахуй. А где вы? Мы? Да хуй знает, куда-то уехали. Ты меня сбрось. Так ты мусоров вызвал, вот и разбирайся с ними сам. Я тут нахуй пул багаж, блядь, автоматом. Давай на крышу залазь, мы на горе. Террорист. Мы на горе. Всем похуй, никто не принял твой вызов, походу. Мы же добыли, всем было поебать на эти вызовы. Ну вот именно, поэтому никто не приедет на него, тем более ночью. Он едет, мент. О-о-о-о. Едет. Кегля. Кегля, денег, убивайте. Кегля, блядь. Едет. Да хули он не въебывается, блядь. А, я понял. Слушай, он вообще живучий, нахуй. Таракан ебаный, блядь. Кстати, если их сбивать со скутеров, это, блядь, тут карается чем-то, по-моему. Нет. А он не сбивается. И вообще упал. Это где мой транспорт? Сделал. А где вы? Там я такой-то где и был. Телфор, блядь, ты дебил нахуй? Ладно, это же... И чё мы нахуй делаем? Я не знаю. Едем гетто катать? Да там нету ни хуя. Кого там хочешь выебать? Сейчас на баскетке сначала. Сейчас найдем кого-то. Кого найти, блядь? Ну на баскетке будут. Толфер, садись. Так, мы там только что, блядь, стояли минут. Спасибо. 20, никого не было. Ну поехали туда сначала. Ты, блядь. Ебень, блядь. А знаете, Толфер, Толфер, похрюкай. Я шо, украинец? Нет, конечно. Роб, блядь. Похрюкай. Это ты, сука, на ростовский, на рэп-рок, нахуй, дроновский. Это я взорвал Киев. Осуждаю. Осуждаю, всем пидорасы. Но вы хорошие, ребят. Кто пидорасы? Кто? Плохие русские. Все, вперед. Отливаем такое на форум. Вот и все, блядь, ребят. Вот и вся дружба. Монтаж. Вот и поиграл ты на лям. Реально. Не, я сейчас поиграю с Ильём, не похуй. Чё с Ильёш, ты не пойдёшь в Катик, дурачок? У меня есть деньги. Чё? У тебя сумки нет уже. Я прям на цель был, блядь. Поехали, блядь, на баскет, похуй. Там как раз он... Ой, ба, вот смотри, стоят рыжи ебаные. А вы знаете с этим, ребят? Да. Чего? Я если что шучу, типа, я нормально отношусь. Нихуя замолчали. Нихуя себе.
У меня сегодня из-за того, что, сука, украинцы сбили нахуй энергоблок, блять, комп чуть не наебнулся из-за того, что КЗ случилось. А ты где живешь? Я? Ну, мы на Азовском море. Вы типа оккупированы или что? Какие нахуй оккупированы? В смысле Азовское море? Вы долбоёбы, блять? В смысле Азовское море? Вы прям там же в море живете? Это вы выкопали море Азовское? Мы на плоту плаваем. А, крейсер Москва. Оккупированы, блять. А мы машину проебали. Да не похуй, иди нахуй, я нахуй ты меня взял. Да тут нету нихуя на баскете, поехали на перекресток. Подожди, я машину проебал. Видишь, что магазин от пятерочки, блядь? О, бежит какой-то пидор. Тихо, Талфор, ну блядь. Убить нахуй! Сука, денешь. Нацист. Дурак, блядь. Вон они пиздец. Ты тоже, ну блин, нахуй. Что происходит, блядь? Не, я сюда нахуй льва, они нас просто выкидывают. Талфор, уйди, блядь, дебил. Да я убиваю пидора. Убил пидора, нахуй. Умри нахуй, хуесос. Вот так вот, да? Вот такие вот мы позитивные. Тебе это ебать не должно, пошел нахуй, долбоеб ебаный. Понял. Нарезку, нарезку. Ебать их там! Нет, это на... Это ебать их там, Телфер, ты кусок хуесоса! Блять, ебень, ты не мог по дороге, блять, поехать? Нахуй ты так едешь? У меня музыка играет, я не слышу, честно. Блять, такой дебил, Телфер, это пизда. Честно, извините, что если я хотел тебя убить, я не хотел тебя убить, просто... Прикол, знаешь. Дебил, блять, Телфер, нахуй, тупой. Пиздобол? Идиот, а? Нахуй. Я куда ты вышел, блядь? Ебать. А это поди... наши все. Аля, шо-шо-шо? Да, да. А меня тоже подними, слышишь? Ебать, наши дохуя. Да нет, просто машин много. А так-то по одному человеку сидит. Я не сру. Так я, блядь, это же ради контента. Это контент! Так это контент, алло, ну что ты шаришь? Куда мы выдвинулись вообще? Да, так это, ну, это не слышно, знаешь. Пиздец. Ну, спасибо, хоть так. Вась картеш нахуй просто. А, ну тут уже улетает чел. Блять, мне выехало 10 машин, просто. Доехало 4, блядь. Сейчас я приду. Ну и че мы пиздец будем? Оля, во, ебут его. А в кого? Да, нам спину сейчас выйдет, да, надо контроль. Да, да, ждем. Нет, да блять, это. Ну... Убить, убить, убить. А, я понял. Можно, пожалуйста, осмотр, пожалуйста. А куда эта хуйня делась? Я тебя в рот ебал, долбоёб. Не пизди эту хуйню. Я просто попросил осмотр. Ты нахуй себе отсюда съебался. Все, 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 извиняю, спасибо. Да не ори, ты ёбаный в рот. Ебался это все нахуй. Мияги играет, блядь, в голове. Да не тарань их нахуй. Вот тут. На меня вторая не вообще. Ну это тачка вроде наша, да? Да. Мы его в пух колеса сбили. Бро, и вам их отхуярили всех. Да, это вот отхуярим его. О, как? Ну въеби его, чтоб я, блядь, выйти в него мог. Да, я понял. Ага. Похуй вообще. Нет, да? Я понял, да? Блядь. Это пиздец. Смотрите на цикло ебачка. Как я, блядь, сбился? Что это за... Я не сел. Что это за хуйта, блядь? Каким образом я, блядь, уебался? Он то хуйня тупая. Хуйня тупая, блядь. Ребят, заберите меня с полиции, тут РПШ стоит, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас, погоди, мы баланс отдушим. А у нас, блядь, да. Тачка двуместная, мы не сможем. Блядь, пиздец, мы вообще его никогда в жизни? А чем? Ты не ДПШ, может, ты хуйня репорт кинула. Да вот именно, он нардешит, блядь. Сам себя откинет. Чебан, что ли? А ну, цикло вообще полное. Услышим, он себя вот... О. Блин, ну как эту хуйню убить-то нахуй? Вы за мной? Да это пиздец, не, забей, он вообще не пробивается. Вышел! А, что? О, такси. А почему? К нему вообще дэмэдж не шел, что ли, блядь? Какого хуя? И ты, и я, блин. Блядь, я думал, я трава. Банк. Забери карабин вот этот. А где он? Да вот он, левее, левее. Остановись. Ты что, по тебе не выпали? Не знаю. Чё за хуйня, как я сдох, блядь, вообще ему? Не-не, стой, 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 ты, блядь, не давай. Ну, срав, блядь. А, не хуй. На ЕМС едь. Чё за кринж, блядь? Бери, давай.
Нет, блядь, не, давай не будем, пожалуйста. Я сейчас еду сливать в казино, давай просто возьми деньги у меня и все. 30 тысяч я тебе просто даю, чисто по-братски. Кому? Законное требование, не пизди, поехали, таксист. Не слушай, поехали, дам 100 тысяч, поехали, дам 100 тысяч, не слушай этих дебилов. Садись. Молодец. Быстрее, садись быстрее. Иду, иду. Молодец, брат. Если меня патрон не уплю, потому что них не было. Я таксисту хочу 30 тысяч дать. Я хочу дать таксисту 30 тысяч. Он не берет, прикинь. Спасибо большое. Домой, крючок косарик. Сейчас... Домой. Таксист, остановись, я дам тебе деньги. Я просто хочу сейчас в казино слить, чтобы я не слил полностью, я тебе дам хотя бы нет, часть. Нет. Ты ж... Почини. Шо нахуй сюда? Хорошо, да, да, хорошо, хорошо. Выкидывай. Что, банк, блядь? Ты куда ведешь? Нам банк. Ты можешь словить ебаное место, блядь? Давай, давай, давай. Не-не, мы еще не приехали в другой банк, идти. Нет, я не знаю, он потому что ближе, блядь, не садится. Не, в монобанк. Блядь, это все пиздец какой-то. Он не садится, блядь. Боже, какие вы долбоебы, блядь. Он не садится, я тебе бешу так. Он и не бежит. А. Ага. Ты починил какой-то? Да, да. Давайте идти в другой банк. Ты ему немного палец показываешь. Я с чем мне нужен бой и 0 ганов? И 0 брони. Другой, другой, мне это не нравится. Другой, другой. Если есть броники ломанные, давай мне, я сейчас тебе починю. Альфа-банк, пожалуйста. Давай. Карабин с патроном, ладно, хуй. Либо Сбербанк давайте, Спермбанк. Спермбанк. Телфор, сколько ты ему скинул? Уже 25 тысяч. Если бы это был я, блядь. Вот это не таксист. Не, мне не стыдно, идти в банк давайте. Вы таксист, выполняйте свою работу, спасибо. Ты где нахуй, Илюся? Давай нахуй место меняй, потому что... Палетку, у меня денег не хватит, налички, палетку, у меня все на карте, я хочу снять и поехать к слить казино. Мне надо в банк заехать, мне тоже очень надо. Что, давайте в банк, который... Давай ближайший... Я рулечку набрал. Ближайший банк. Кого ты, блядь, хочешь? Рулетку. Да. Так, наедем. Давайте... Ебаный 264 тысяч. Не, не сильно, все нормально. Лучше вам отдать, чем потом слить все и это самое плакать. Так что давайте, ты ему факт показываешь, блядь. Все, последнее тысяча, что я хотел отдать, все нормально. Полын на число делай. Вам более нужны. Я так и сделаю. Полын на 7. А вы как разрешите? На семерку, да, ебать себе. Пуш, балас, пуш, поехали пушить. Я все на красный поставлю. У меня патрон нету. Да похуй, с кулака пуш, блядь. Понял. Куда он едет? Банк. Почему в это там три банка уже приехали? Ну, потому что я ему деньги дал. Там, а, не открыли? Ну, понятное дело, блядь, не просто ж так они пишут. Сколько у меня денег? Лям 200, можно лям 100 снять, 100. Спасибо, ждите. Талфор, дашь мне чуть-чуть, я поиграю тоже с тобой. Амбалас, пошли, пошли, пошли. Конечно, конечно. 100 тысяч, да. Я не вижу, где чай, да. Пошли, пошли, куда мы все бежим. Утась, вот так вот потом доверяй людям. Я не могу, я никого не вижу. Поехали в казино. Все заебали уже под спанком нахуй выходить в меня, блядь, это вообще невозможно. А потом, да, потом, Морти, он же едет, типа, я сейчас не могу. А ты аккуратно играй будешь? Не, я все на красный ставлю и ухожу. Ты играешь? Да. Да ладно, не, я аккуратно. А что значит аккуратно? Я жду. Ты лям на первый сектор въебешь, да? Кстати, хорошая идея. Не, я бы лям на число поставил. А, давай фотку сделаем тут на баланс. Не, я бы поставил по 500 тысяч на число. На нули. Выходите, будет у тебя 18 кака. Да не продавай языки, дурак. Ровно. М? Похуй, я все равно не играю. Да. Ебать нас дохуя. Да. Ну, не особо, но это может быть аренда, я ж не знаю. Ну, пизды, да. Ладно, дашь деньги. Тогда мне отдайте обратно. Не, ему не давай, это давай. Это чё на лабе, который, блядь, ты убил. Я вам проехал только что. Печенькам дашь каким-то, который подаришь. Я ж немного дал, я немножко. Ты вообще где, блядь? По-моему, вы не знаете дорогу до банка. Не, казик. Все, нам казик. Да-да-да, казик. Делаем деньги.
делаем. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Да, нам сюда. Спасибо большое. Я вас запомнил, вашу Химеру тоже. Хорошего вам дня. С вами. Иди сюда, здесь там тебе. Нахуй я. Где ты? Это дебил. Блять, пьяни руны. А там я сколько получаю за фишек? 1000 покупать 5. Фишек? Кто болеет? Кто тысяча? 1000, 100 тысяч. Всё, так это обман. Я иду играть. Где патроны взять, сука? Купить, блять. Да ебал. Где моя тачка, блять? А где, я не сам не ебал где твоя тачка. Гражданин, нет, иди отсюда. Гражданин, не нужно мне деньги. Я тебе дал все. Хорошо, уебали. Деньги выдашь, все хорошо. Мусора. Типа, нормально. Это тебе сбили все? Он топор, дай мне денег. Погоди. Тебе броник сбили, по-моему. Так дай нужно. Да я... Нет. Я не нуждающийся, все нормально. Ебать. Нормально, нет, для тебя. Да не, правда, все нормально. Типа, у меня есть. Я сейчас проиграю. Бля, я ни хуй с них не выпал даже. Что? По 3 пикадора какого-то печеньки поедем. 2 пикадора. У нашего человека. 2 пикадора. Все, не надо, уйди. Забери меня, ебаный в руки, заебался пешком ходить. У меня косарь по дороге на сторону республику. Не надо мне деньги, все, я миллион сейчас проиграю, все, и уйду. Все, не надо. Все, иди отсюда. Все, удачи, спасибо, таксист, 5 звезд поставлю. Все. Я по дороге куплю. Я играю. Ой, я на большой стол, я не бомж, я какой. Охуел. Так, ставлю... Сука, взять сотку мне купить? Так, ставлю... 150. 250 на 17, на 20, на 23. Бля. На 7 надо было ставить. Не давай мне деньги или что? Ну хватит, пожалуйста. Понятно. Я же их все равно проиграю, так бы мог лететь дать этим ребятам, которые хотят. Какой же он щедрый, блин. Я поставил на 23, выпало 24. Халям на 23? Скажите числа, ребята, 3 числа. 7. 1, 2, 9. 7, 5, 18. 6, нахуй. 7 поставил. Ну, блядь, что, только первый, что ли, решил закрыть? Не, поставил. Не, зря 5 поставил. 4. Тринадцать. 13, как будто после нее третий сектор падает. Ставлю 5000 на третий сектор. И по 250 на 0. Здесь не, дай 20 патрон. Я поставил 5000 на третий сектор и 250 на нули. Сейчас если не зайдет, блядь. Обидно будет. А кто будет с гандоном? Получается. Да, не поставил. Не поставил? Блин, я выпал, кстати, первый сектор. О, кстати, после 4, кстати, иногда падает с этой нули. Да не. Чё, 4, 5, 5, 5, я по 1000 на нули и по 1000 на четверку. Столько охуярит, ну блять, без эстерка. Угу. Я понял. Сигмар. Нахуй ты трасса, если чё? Типа, там пусто пишут вчера. Да, вижу. Реально. А кто хочет купить изики белые? Я давай куплю у тебя изики. А это где? Я могу к Казик подъехать. Подъезжай. Только сними М200. М200 снимай. Заедь за этим. А что? Изики бе. За банк. Не, чувак, сейчас подъедет за М200 заберет. Не надо. Какие тут изики на. Халупа. Да, заберу. Глазки отдам. Сколько у них цена вообще по рынку? Ты за М200, так это рынок ебаный.
Погодка. Разве не по рынку? Да, раньше лям 200, 700. Да, белые. Белые, ну, лям 200, вон, лям 225 стоит. И продажи лям 200. Ну вот еще лям 200. Назвали лям 150. Это 3-4 миллиона. Она... Да, это ты будешь сейчас играть, да? Oh. Ну, не нужно лучше. 0-0. Смотри, какая стоит тут, типа, серьезная. Что, вы тут охраняете что-то? Блин, был на секторе, мы ебашим. Yeah? Какой-то сектор просто улыном, и все. Вот что-то сектора не везло ему. Я подожди, что сниму все. Я тоже. У меня, блядь, хуй вот еще броника, блядь, ряд. Так. И снова 3 сентября. Ну, давай, где-то. Я выпил просто. Вот мы здесь. Немножко. Вот. Вот, блядь, тихо, ты ебаный блядь. Ты скажи мне, что ты их рот ебал. А я. Я. На. Вот изики. Лям 150-ый. Морти, хули играешь, сука? И это что за чурка, блядь? Ты черт ебаный, бля. Ой, блядь, нужно... Надо... Здравствуйте, да. А это что такое? А это не я, да? А, хорошо. Это я? Не, я тоже. Ебать, выпало сюда. 1700 вишек. Что ты купил? Да. Как у меня 1700? Лучше платим, прикольно, нахуй снизу. То есть у меня 1100. Давай смотрим. Смотрим на его крах, либо это поднять. 1100. Вот так, да? Фишка. Блять, у вас не столько денег. Четвертый раз пятерка падает. Четвертый. Вот, все. Крах или падение? Интересно же. Будем а пятерка выпала еще третий раз подряд. Пятерка третий раз подряд выпала. Блять, как будто после такого нули чаще всего падает, нет? Правильно. 2500, кстати, уже. Давай еще раз на пятерку. После трех пятерок. Могу демку включить. Не, пятерка сейчас не дропнет. Похуй. 4 раза я вообще не видел, чтобы пятерка дропала. Похуй. Ну, точнее, я любой число. А может быть, не, поставь, может быть, это... Один. Не, единичка. Нахуй, раз ты урс, шалава. Че ты куда ставил? 2-0. А ты ставил нули? Я не ставил. Бля, вот он лак. Сейчас ставлю по 1000 на нули и на 17. Сейчас уже нули ставить смысла нет. Ну, я знаю, по 17 после. Ну, нули лучше не ставь, нахуй надо. А забрать вообще, бред. Сука, я поставил на 12, выпало 13. Это пиздец. Это ж хуйня, оно не так работает. Там 13 вообще в другой части стола находится. Да это понятно, просто типа близко. Ну, поставил бы 13, было бы по-другому. 30. Бля, число это пиздец, лучше бы сектор оставил. Короче, я 5000 нахуй на второй, мне похуй. А, тут максимум 1000, блядь, понятно, сектор, хуйня косол. Ебать, тут первый сектор на 250 стол, блядь. Да. Тут что тут падало, нахуй? Еще раз первый сектор. Лиз закрою и 4500 на второй сектор, похуй. Я уже все слишком. Чего мне, блядь, не показывает, что здесь падало? Я тоже. Так, что-то выпадет. Интересно. Второй должен быть. Семерка, 18, либо второй, либо 31. Найс. О, 18, я ждал 18, ебать. Хоть так, блядь. Ты поставил на 18? Да. Да. Он, ну, блядь, на второй сектор поставил. Блядь, так, 6, 8, закрою. А я угадал, нахуй, охуеть. 18, блядь. 31. 33, 26, 25 какой-нибудь поставил. Еще раз, мне кажется. Да, блядь, просто сейчас Казик, нахуй, последнюю неделю одни и те же числа дает, блядь, просто читаем. 50. Кто ты ставил? Ну, блядь, на десятку, я думаю, ты не ставил. Не, я не ставил. Я опять угадал. 10-ка, 20-ка. 3200 фишек уже, кстати. Пусть будет... Сколько? 1300 уже. Первый. О, заебись. А за что меня уебали в Доморган? После десятки нули падают иногда. Жалоба
9, 3, 7, 5. На полчаса, блядь? Кто пытался на полчаса, блядь? Подожди, блядь, может меня сейчас тоже откинут, блядь? У меня находится столько брони, блядь. А брони не откидывается. Она не убирается. Сейчас зачекаем. Блядь, на полчаса, ебать, ты чё, ебанутый, нахуй? Только, блядь, не добавляйте, мне там есть за что добавить. Причём, дохуя за что? Пиздец, дохуя за что. Он нахуй столько раз отлетал. Да. Какая, как скажи? 9, 3, 7, 5. Сука, опять пятёрка выпала. Ну вот нашел ДМ. Мусора. Смотрим. Мусора. Нет, обычного чела какого-то. Нет. Он сел в гроте. Блять, в сэндике. Скинь мне видос. Сейчас, подожди, сам смотрю. Так вот он по дороге едет. Он выходит лутаться. Он за лутерство не ответит. А вот ему говорят, не лутай, за лутерство отлетишь. А, мне он, еще 30 минут добавили, ебать, мне пизда, нахуй, мне сейчас столько добавили. Что, сколько тебе добавили еще? Еще 30 минут, но это хуйня, но мне сейчас еще добавят, я думаю. Ты на дороге чела в час ночи убил, какого-то. 9-3-2-4. Сейчас посмотрим. Этот видос мне скинь. И 9-3-2-4, мне пизда, я сейчас нахуй просто на 14 тысяч отключу. Типа час это хуйня, я сейчас на 14 включу, нахуй. Да по-любому хоть раз на меня залили за этот, за уход. За уход? Вот это сейчас посмотри, я пока второе посмотрю. Абу ЗЗ. Какой-то, блядь. Это говно, прикинь, блядь. А это Баласёнок. Сосик Даймонд. Он аж пятиминутку откинул. Сосик Даймонд. Сосик. Так вот он в кого-то выходит, кому-то тулит балосом. Ой, нашим, блядь, нашим. Блядь, ладно. Вот он наших хуярит. Ой, он по тебе хуярит. А это у Болькин. Я не помню такого тули, он вон. Это по ночи было. Да это пизда, ты просто ушел в ЗЗ. Уже полное. С ним стрелялся и ушел в ЗЗ. Скинь видосы. Потом ты вышел. Я знаю, я просто не видел этого, то, что там ЗЗ есть. Типа, и он тоже в ЗЗ заходил, по факту, если посмотреть. Или, я не знаю, не от того лица. Чё, посмотри. Да, он в ЗЗ заходил. Ну, он нечаянно, он, типа, на одну секунду заходил. Ну, ты тоже. Лима, как будет. Охуй. Охуеть, ну хотя бы 9 сыграло. Ну это вообще не то. Чё там ты? Чё ты, Элфер, сколько там? Поднял? 14... Рыбал? Поднял, да. Ну 14-250, сейчас. Ты сейчас поставил 250 на 14? Не, поставил 3-9-3-6. 14-250? Да, как будто нужно 4-250 ставить на... И по 250 на нули. Почему-то я, как будто третий должен выпустить, ну ладно. Да, я, кстати, тоже думал, что третий, но... 26 часов третий, да. Фу, блядь, ну пожалуйста, спасибо большое, нахуй. Смотрим. Хотя бы ты так. Ты второй стал? Да. Ну, надеемся, что второй. Я видел, сколько они по мне залили, я просто не сдох, блядь. Как ты живешь, он говорит, вот. О, третий. А, блядь, да, что я ставил, боже, блядь. Да. Не, нормально. Я ставлю 5, 15, 25, 8750. Кто там нахуй ножом бабочкой играется? Я. А что, минусы где-то есть? Да не, просто. 9-36, 9. Я это даже отсиживать не буду, нахуй. В смысле, залежь? Оправ? Ты, блядь, сейчас на ночь оставлю, оно само отсидится вообще поебать. 6. Ой, блядь, я прям тебе хотел сказать, что ты после 35-36 выпадает часто. Блядь. Дайте демку, кто там в казике стоит, дайте мне. Сейчас эти я накрою нольки и... 19 первый. Баб, ебать, ну это ненормально вообще, нахуй. Это, блядь, либо второй. А ты ну, чё, тоже, блядь, а ты не играешь? Точно третий, может быть. Он не может быть, то есть. Не может. Как будто первый летит. Нихуя.
Мы стримим. Трой. А ты куда стал? 19 и нули. Сабель 32. Блин, нули вообще такая тема. 2,7, 750. Да ну ебать, это ненормально нахуй. Я 7750 на 9 поставил. Че, ебать? Тиви, ты че, она вообще не падает, блядь. Да я просто хочу уже быстро сделать, я уже заглаз. Да блядь, ну это вообще ошибка. Да ебать, если сейчас падает, и сламчику половину отпошляешь. Летит, летит. Блядь, не залетело, сука. А могло просто скакануть, слышишь? Было прикольно, на самом деле, да? Через два числа, можно быть, блядь. Блядь, заднил? Ну, отлынить на число, это вообще глупо. Да не, пизда. Может прохнуть. Талфар, я все две деньги, кстати, въебал. А, прохнет, ебать, 1.36. Я свои тоже. Поеду сейчас еще одни изики возьму. Ты чё, дурачок? Я их продавать не буду, это для себя, не, это не мои вообще. Наркоманы, блядь. Лудоманы. А ты, блядь. Не то, что я, не то, что я. Ты, блядь, два часа тут дрочился, нахуй, и не важно больше. Не важно, что у меня вообще блядь, слито 4. Я подошел взять типа транспорт, у меня тут велик Блотцов, нахуй. Вы че, ебанутый? Где моя машина? Моя, твоя. Бери велик Блотцов. Морти, не, давай меня. У меня тоже машина пропала. Что? Ну вот я единственный водитель, выбирайте, кого я повезу. У меня у меня машина есть. Не бог. Куда тебя везти-то? Я сюда, мяг. Вези меня машину. У меня машина, блядь. Ой, только отсюда. Налево? Можешь подвезти, пожалуйста? Налево, кстати. Пошел, да, налево. Блядь. Опять пошел налево. Аминск. Ну что же я наделал? Джаванна. О, блядь. Я малю Лейла. Тут жарко, нахуй. И тут же внутри, да? Моя царица река Пурея. Талвар, я уже голый. Ой, блядь, ебать, я наркоман. Иосиф Сталин нас охуеть. Вот. Ты тут хата? Да. Охуеть, блядь, бармен. Братишка, бармен, набей немного. Забери меня. Давай, я еду тебя забирать, сюда привезу. И Катя привезти их, к машине. Не. Да. Изики на меня. Услуга трезвый водитель, $1000. Блядь, нахуй мне трезвый водитель, я же долбой, я сам поеду. А, кстати, я реально сам могу поехать, у меня машина есть. Куда я их, блядь, вожу, сука, как мамочка. Эйго, сука. Не надо. Электронный наркоман. Тубер называется. Что смешного? Да так. Сука, он даже не попытался куда-то поближе ко мне подойти, он, сука, стоял на месте. Да тебе. Так, кто там умирает? Микрофон, пиздец. Голос, блядь. Он упал на пол, валяет, там у него уже нахуй. Пена с рта уже. Ребята, все нормально, ставим казино. Типа, это хули такая тачка далекая? Сука, поднимись с пола, ёбаный рот. Талант. А, блядь, она же застряла тут, ёбаный насрал. Админу напиши. Сейчас напишу. Репортик. Давай, через Демарана заберу человечка, поеду нахуй на ФТ пушить. Нормально. Уж ФТ дали 17 лет. Приемлемо. Будьте дым, что делаем? Пиздец. Будьте бобры. Это потому что у меня плюс чуть-чуть немного лагает игра, и плюс поэтому еще и демка лагает. Будьте бобры, пожалуйста. Барыга, алло, слышь? За сколько сумку возьмешь? Какую сумку? Ты че, дурачок? За сколько возьмешь? Какая сумка у тебя? А, ну иди нахуй. Чего, блядь? Этот, Шанель. Черная. Давай по дешевке, нахуй, я тебе сейчас на карту буду кидать. Я ее брал за 360, могу за 300 продать. Чан, она через Че пишется. Да. Ну нахуй нет. Сумка Чанель. Мейсон Миноров, слышь, алло, Мейсон Миноров, алло. Эй, никто. Сам, алло.
Ты знаешь, кто это, да? Это, конечно, простите, бывший ребенок. Сумки Чанель, нету, блядь, спать. Реально? Да. Антон, да. Ну подожди, покажи, как она выглядит, я, может, блядь, пойму, сколько она стоит. Бля, еще. Да, блядь, где-то 1300 стоит. Нет, 300, ты можешь вон, ты сумочный магазин проехал, блядь. Она с глазки стоит 400 вообще. Че, блядь? Демочку посмотрим. Такая вот. Ты хоть 16 на 9 катаешь, плохо. 7 на 3. Хуль ты в хазике опять забыл? В смысле? Вот а, вот этот? Ну да, она 300 стоит. 320 я видел, блядь, рынок. Короче, мне это нахуй. Это ж Гуччи. Блять, не? Это я Шанель. Да, за 250 заберёшь? Флип-флап. Ты выкуп? Да я ж не выкуп, я ж прибыл. 250 нормально. Так 250 нормально, ты её за 300 поставишь нахуй и продашь. Ну это всё каве. Так 70 сюда нахуй дал бы. Да он, блять, перекупал. Я, блять, деморгане сижу. Ты выебаешься, блять. Нормально. Можно типа ты чё? Тысяч понять, блять, сейчас нахуй хватит. Почему? Чё, кавочка не хочешь? Чё? Обоссать? 250. 320, блядь. Я думаю, пидору не буду продавать. Ну, у там тебя нет бабок. У меня, кстати, бабок. Уже 5 уровень давно. Мне сотка можем на балансе. Уже баски играть. Давай заберём у него. Видимо. Давай. Блядь, как меня заебали эти вопросы, нахуй. Я садись, мне не есть. Сейчас тебя на карту переведут. Скажи, что у меня паспорт, блядь, Кирилл. Сейчас скажу. Не. А, не я. Я ему вот так чисто... А, он мне? Давай, возьми. Садись тачку. Да. Тачку садись. У меня... Блядь, мопед нахуй. Нахуй мне мопед. 568, 679. Блядь. Бля, ебать вы долбоёба два. А вы убьёте меня, блядь. Сука, машину. Ставлю долбоёба. Сажусь. Ну, крутой, крутой. Ебать, у меня 7000 схавало, нахуй, комиссии. Бля. Дома, блядь. Поехали, банк. Банкоматчик. Давай. Шлюха. Каменечек. Блядь, слышишь, главное блядь. Сидеть, нахуй. Ты час сидишь, да? Блядь. Ну я надеюсь, что я сижу, блядь, минут 40 ночью. Давай. Сел? И всё. Да-да. Как же он? Давай, давай еще дом, два, блядь, у тебя купил, нахуй. Я тебе нахуй, давай все куплю, что у тебя есть. Там я вообще ничего нет. Другие вещи не мои уже. Ого. Прям как Эльдорадо, блядь. Комиссия. Сука. Я уже понял. Давай. Заманчивая цена, блядь. Гений, блядь, маркетинга. Давай, Лудоман, удачи. Спасибо, спасибо. Давай, я сейчас, еще на красный поставлю, не похуй. Ставь на черное. Вот черных, блядь, черных. А черное? А чего ставишь? Блядь. А ну, ебать. Сюда. А если на черное? Если на черное поставлю, я и проебу душу. Он тебе исламчик, блядь, меня сделает. Давай, он, я просто... Он уже не исламчик, он уже Иосиф. Давай я сходу на черный были... ставлю. Я, Баленсиага сумка поприкольнее, чем, блядь, это. Не знаю. Почему? Не зря я, блядь. Не знаю, мне, наверное, мне Баленсиага больше нравится на фул черный. Бля, мне вообще эти сумки не нравятся. Не знаю, Баленсиага это прикольная, а минималистичная. Минимум. Да в рот ебалась твоя Баленсиага. Пойду я полежу. Ну она вес у нее 3 килограмма все, вот это, конечно, позор. Был бы 5. 3000 на черное. А, тут максимум, что? А, о, лимит, блядь, уже, что, блядь. У меня уже лимит. Ну хочешь, я вместо тебя поставлю? Ну прям, блядь, если мне доверишь, нахуй. А если... Да на твинка скини все, блядь. Ну либо так, да. Через поставлю... аргу, блядь. Если я поставлю 2500, тоже нельзя? А 1500... Блядь, что с шариком? Тоже нельзя, блядь. Ёпка, народ, иди сюда, нахуй, Йосиф Сталин. Ладно, погнали, давай. Сука, ты сейчас снимешь, пока эти бабки у тебя комиссия, нахуй? Блядь, да. Иосифу доверяют огромную надежду. Он таких денег нахуй не держал. Всего-то 3 ляма въебал в казик. Это хуйня. 300, 30, 30, 30, блядь. Сюда. Надо 30 тысяч поиграем, Алына.
Блять, сейчас пойдем, я нахуй эта панелька. Абан. Ты меня обанить. Так она. Да и ты тебе, блядь, не перевели еще рыжий нахуй. Ой, блядь, забыл, нахуй. Там же подтверждение конченное. Сука, уже обменивает, блядь, лудоман, ебучий, блядь. Сейчас автоматы пойдем ебашиться. Реально. Да, Мейсон, я уже слил дохуя денег, я опять слова, я пьяный, и что такое. Погнали, говоришь. Снимаю, снял? Коу, да, да можешь к нему на демку даже зайти. Там мне похуй, все на черное ставь, просто на большом столе. Там где 250. Вот это? Да, 250. Да. 250. Давай. Себись нахуй, Питер. Помолимся. Давай. Женщина. Женщина. Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. Корыстный. Бабэмбуп. Бабэмбабэмбуп. Негры, 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 негры. Черный тащит, черный тащит. Не-не-не. Дед, блядь. Больше не негры. Не, бля, ебать ему не везет. Ну вообще не везет ему. Это дефолт. Это называется слив, блядь, бабок от казино. Да надо сказать. Было мне с рахат чиназиса заходить, мне бы, блядь, все скинули, я поднял, нехуй делать. Погнали, когда делать, не? Че делать? Контент. Контент. Вези меня на бичку. Тебя везти. На бичку ты хочешь? Угу. Шлюхам раздачу на спауне делать? Да, да, да. По мне нечего уже раздавать. Все равно могу дать максимум. Вон, раздай максимусы этому водителю. Это не мои, блядь. Че, в долгах нахуй сидишь? Не, это кента. Ему нужно будет создать, он там подъедет. Дай ему нахуй спортивные штаны вместо максимусов. Заметит подмены. Минус одна полоска, конечно, да? Ой, похуй. Нормально. Реально. Ого, нихуя себе у тебя микрофон. Батя, блядь, демка залагала и микрофон, блядь. Демку выруби просто. Да у него, в принципе, игра, скорее всего. Дай руля, дай руля. Обещай. Заведишь её, блядь. Там заведу. Смотри, там просто... Я когда хотел. О, давай, контент. Ладно. Не, вообще не такой контент. Привет, ребят. Как дела? И лысый, нахуй, на капоте полетел. Правильно, они да? А потом будешь свои нахуй максимумы передавать через Демиран. Думаешь? Что ж так? Мы не хотели. Ты чё, Фирос ебаный дырявый? Сколько лодок? Под кем сидишь? Ты чё, статья чалишь? Ты чё, на мифедроне? Ебаный мистер Пропер, блядь. Нихуя себе он круто, блядь. Он ты водолазом. Слышь, ты водолазом был на зоне? Да я не сидел. А у тебя ложка дырявая была? Сито ебаное. У меня. У тебя жопа дырявая? Поехали. Тут плохой контент, нужно дальше искать. Это что за кадр, блядь? Ой, на арену, на арену. Если контент плохой, ты чё, блядь? Погнали стреляться, алё, на арену. Какой стреляться, блядь? Сумку надо выставлять, бабки лутать. А потом иди нахуй, сумку ты, блядь, выставить захотел. Хуел, что ли? Блядь. Всё, а тебе бабки не дам. Ебать, пытаться. Плохо. Ёбаный рот. Пьяный за рулём, плохо ездить. Блядь, наркоман за рулём. Я не курил. Давай, давай, даю тебе файт один в один и еду нахуй на почту. Выставляй сумку? Да нахуй его выставлять, блядь. Я потом выставлю сам. И пиздь, долбоёб, блядь. Канал сейчас купится, нахуй, потом я тебе скину деньги. Хули ты, блядь? Да отъебись, я хочу с ней походить, блядь, сначала. Продавать он её будет, блядь. Барыга ебаный. Значит, я пока скину. Хуй тебе, блядь, даже не думай, что эти деньги у тебя хоть день, блядь, будут лежать. Так, как зайдёшь ты на меня? Давай с паролем. Война за бизнес. 22 пароль. Сейчас даю. 21. Эх, эти сливы у всех бабок в казике в 2 часа ночи. Как это приятно. Плюс вайбик.
Ну, свайп. А чё ты за лево сейлся? Карабины где легендарные? Как мы сейчас на реках. У меня корабль. Нет, я имею в виду карабин это тот, который... Русский, блядь. Не надо. Сука. Будет плеер. Блядь, ты вообще хуйня мансишь, я тебе отвечаю, блядь. Пиздец, просто да. Оу, Йосиф Сталин. Не, я про Йосика. Он вообще, блядь, неправильно ты, блядь, мансишь. Хуйня полная. Чтоб летать, я как я, надо по-другому делать. Да я не знаю, как это делать надо. Это еще проще делается, еще проще попадать, блядь, таким образом. О. Мне уже тошнит. Сука, ну ты расстроен из-за Казика, ну тут все понятно. Мне тошнит, ты че ему? Сори, ты хорош. Вот. Тем более. Да. Морти. Грязный Морти на курорте. Грязный Морти на курорте, грязный Морти на курорте, грязный Морти. Какие звуки, бля, как же ты играешь так? Это же пиздец противно, нахуй. Звуки вообще убивают. Здесь все, я проебал. Проебал миллион. Опять. А это была игра. Это была игра на Максимусе. Бля. Максимусы против его этих каблуков. Мои каблуки бесценны, блядь. Так теперь бегаем. Сука, просто нахуй. Сейчас твои трусы, сука, сниму, еще одну катку сыграем. Это как карта на раздевание только. Арена на О, у меня, кстати, еще тачка есть. Ты че лес, нихуя себе. Кого-то ебут. Чего? Зайда. Че это за звуки, блядь, были? Это просто этот, замутился. Нахуй ты Морти там. Сквозь микрофон, блядь. Че, поехали, нахуй сюда. Орел. Сука, все в балансе ходят, ебучие. Только найди контент. Задал этот тренд, блядь. Контент на баскетболке ищется. Там дичь. Там стреляются все так. Ты не шаришь. Ну выебей. Там можно не только стреляться. Ну это да. Я делаю грязь там. Будем еще такое. Йосиф, найди этих нахуй. Каких? Оксанок, Наташек. Путан ебучих найди. Да. Уграемся. Наташек тебе надо найти? Угу. Который, давай объяву, рот запивай или чё? Ищу девушку для общения. Отправим. Ну, давай. Я этого чисто справил. Новость. А что это? А, нет. Просто ищу девушку, может, кинуть? Ага. Да это ты, блядь, чисто нахуй в два раза больше проебёшь, в смысле, они и так зарядачат. Они ж не будут тебе писать, ищу девушку, блядь. Я или Телфорд кидай? Да все кидайте, какая разница. Давай кинул. Давай я даже кину, похуй, для нормально. Или мне нельзя позвонить, тогда будет, да? Да. Пока на крыше покайфуем. Пизда, ты лучше на этот. На резку. Бля. Хуёво. Репорт. Не, помогают. Мені перемога. Будь ласка, допоможіть мені, будь ласка. Смотришь Шлідана? Да, я сам Шлідан. Ой, я в рот его ебал, этого гандона, мне 30 дней дал. Можешь мне написать, от тебя нахуй помощи не жду, иди нахуй. Это за что, Магнум Шлідан? Дякую. Чего? Всего найкращого, дякую. Я. Да, тут вообще можно, типа, на украинском сейчас разговаривать. Я не знаю. Нет, блядь, не сяда. Я ничего против не имею, но в плане нет такого. На таджикском поговорить. Не, вообще, я слышал такое, что типа только на русском разрешали, но потом, типа, всем похуй, как бы, если ты просто не провоцируешь, то ничего не будет. Да. А что ты Слюдана смотришь? Все украинцы должны смотреть Слюдана нормальные. Это кто? В смысле, блядь, ты чё, ебанутый? Это кто? Ёбаный дурак. Блядь, это блогер на ютубе, нахуй. Я смотрю Позднякова. Пиздец, нахуй, с юмором, блядь. Я смотрю Позднякова. Это вот у него... Я понял. Он фанни, блядь. Нужно смотреть того, кто у этих кужмуриков спрашивает, будут ли они звонить родителям. Это чел из ТикТока. Ну, блядь, который в плен берет и типа такой, будешь звонить родителям, там, скажи. А, это где он ищет допросы спрашивает, типа? Да. Шаршер, такой жирный, типа. Угу.
Дичь полная. Бля, загугли Следана, ёбаный в рот, блядь. Как, нахуй, сейчас, еще раз скажи. Сейчас Следан, я... Следан, YouTube, нахуй. Ну он сейчас на украинском, да хуя видео снимает, короче, прям писать. Следан. Пизду на респу заебал, что тут катаешься. Я думал, все, блядь, украинцы должны за него шарить. Первый раз вижу, честно. Пиздец. Чё там пиздец? На спаун, спаун. Республика, знаешь, спавн, говорю, блядь. Да. Спавн бомжи. Бомжни все. Сам ты бомж. Как ты обзываешься? Чё, подобешишь еще тебе машинку дать подобешить? Здесь те же тут с хуйня, на самом деле. Блять, куда ты идешь? Мне надо его менять. Мне просто поколение не подняться. Мой поставь, он вообще ебейший. У меня редукс, типа, сборка из очень многих всяких паков. Хуйня, я это какая-то галимая ебаная получилась. Ну, но основа тут Black Redux, но он хуйня полная. Я потом если ты Дэну это скинул, блядь, он бы обрыгался нахуй на месте. А чем тебе не нравится? Да хуйня какая-то, небо говно, давай, блядь. Поехали подъедем к подъездникам, и ты скажешь. Ты пиздец лагаешь. И что я скажу? Я лагаю. Я говорю, поехали, скажешь. Сараблядин на ПД. Жданочка. Оксанка. А вон еще дальше стоит. Еще одна Оксанка. Карина. Джованна. Карина, алло, алло. Просыпаемся, Карина. Карина. Я что? Ее знают куда-то, не знаю. Алло. Всех баб на районе знает. Да, вообще пиздец. Всех переебал. В РП, конечно же. В жизни никто не переебал. Да. Он гражданин, ебать, что ты нахуй за гражданин? Ебать, сеньор помидор нахуй там стоит. А это клубничка. Алло, сеньор помидор нахуй. Помидор, алло, блядь. Ты кому-то пиздишь, ты нахуй печень ебаная. Ты чё, охуел? Ебал он прям как будто бы по блокнотику читает. Хуял на адвокат, блядь. Чё там пиздишь, алло? Ты нахуй маску помидора назад на день, нахуй, дебил. Тебе она больше подходит, блядь, по твой голос, дебил ебаный. Очкарик ебаный, чё ты нахуй хочешь, выебываешься тут? Иди ищи женщину, блядь, себе. Оооо! Меня попустили, ребята, меня попустили, я реально сосал. Что делать? Все, давай, плакай и залезай в машину. Чего? Скуяльди, говори. Так не вовремя, блядь. Заходишь к мусорам, говоришь, мусора, блядь, я прям сейчас. А я это все фоткаю. Давай, делай. Пошли со мной, тоже скажешь. Слышишь, блядь. Я не за судимости. Мне не за, у меня твинг для госки этот аккаунт. Давай не очкуй, пошли. Я ее стороки поставлю, давай. А там не пиздуй. Тут нет нахуй никого. Все фоткаю. Давай внутрь зайдем, вот туда вот, вот сюда вот. Давай, погнал. Ты никого нет? Чей, ну ты? Понял. А снизу? Не желаем. А мы поехали в фигуру, в гараж шибок. Гараж шибок, понял. Чё, дурак, блин? Тут тоже никого нет. Похуй. Это мёртвый сервак, блядь. Да не, был много. Кого, блядь, в гараже их вряд ли будет. Ну, тоже верно, смазка. Других уже нет, сейчас кусок человека. Бля, если бля, я тоже мертвые, дома, я бы хочу кончить. Вот я домик в гетто. Мира, купи мне будет домик в гетто за 75, пожалуйста. Нахуй ты, блядь, не гетто ящик. РПшер ебан. Не спрашивай, где сосал. А он сразу уже беда. Сука, ну это реально ПК какой-то. А в ШД кто-то будет? Пошли в ШД. Полная. Какой ШД, блядь? Ладно, пока доедем, блядь, 3 пизды пролезет. Ну, на почте поди кого не засри. Главное, вывези диалог, а то того чёрт щелу ты не вывез. Я просто неудачно в ноги упал, типа, блядь, анимка сосать, понял? Так телефончик это открывай, блядь. Я знаю, но все равно, типа, ты все равно подашь на секунду. Скажешь, показалось. Ебать. А здесь как бы тоже не густо, нахуй. Нормально. А что с онлайном? У нас же 900 человек, где все, блядь? Алло, заднеприводный, иди сюда.
Опа. Иди нахуй, не выставляй её, заебал. Слышь? Слышь? Да поебать, не выставляй её. А кто тут есть такой? Ты понимаешь? Да блядь, опять сейчас упрёт вот это вот... Да и хуй себе. Стопай, стопай, задний приводный, остановись. А за сколько ты её купил, блядь, я забыл? У тебя машина есть задний приводный? 250. Я знаю. Выстави за 360. Ну и нахуй иди. Блядь. Иди то нахуй, только попробуй за 36 тысяч, ты, блядь, будешь отрабатывать их нахуй. Чё, кого-то? Балансов? Есть? Вон, да, это балансы, балансы. О, там женщина. Ну, может будет, смотри, пожалуйста, очень надо. Он скажи, выйди нахуй, иначе пизду порву твоей бабе. Да я понял. Блядь, он Питер уехал. Я хотел сказать, типа, ладно. Забейте. Совсем подходи, Ари, твоя мать шлюха. Останавливаемся. Мамка шлюха. Мамка шлюха ко всем. Ну иди нахуй. Взаимно. Всем подходишь, говоришь, меня зовут Мамут, а по фамилии Рахал. Рахал. Мамут Рахал, Мамут Рахал. Здесь, а чё ты конечно мёртвый сироп? Нахуй я вообще сюда зашёл? Алё, ты что, террорист? Алё, остановись, чувак. Это блядь, чё, блядь? А ну пизди его с кулака. Ебал он жёсткий, слышишь, с малокалиберной стоит. Съебись сюда, блядь, террорист ебан. Нахуй лишать, блядь, террористам. Террористам тут не место, блядь. Антитеррористическая операция. Слежи. Смотри, он не толкадует. Давай, давай. Давай. Алкарь. А чё ты за гирлянда ходячая, сука? Привет. Типа, чё он упал просто так? У тебя есть? Не будет тысячи долларов? Охуел от твоего вида. Чё-чё? От вида твоего охуел. У тебя не будет? Спасибо большое. Блядь, скучно, он долбой у него есть тысячи долларов. Смотри, другой бежит. Тысяча долларов нужно? Ебан. Остановись, остановись, ебан. Не-не-не, иди сюда, поясни нахуй за базар, ты чё, охуел? Как же они сливаются? Чё такие скучные, они не выдерживают просто спора, блядь, с пьяным каким-то дебилом. Где люди все эти 900 человек? Где их, сука, найти? АФКшек. Фарм. Опа, извиняюсь, машина такси, пожалуйста. О, садись в такси. Да я уехал, все, заебись. А, сейчас спасаюсь свою цену. Ой, блядь, мы... Она уже тут таксует, наверное, часов 5. Что делать, нехуй. Твоя баба. Баба такая. А, слышишь, это ж та баба, которая с кондуктором ехала. Да, это... По-моему. Жить. Да, она. Все, я дамку включу. Куда вы едете? Ох, знаете, я поставил метку за 4 километра. А вы давно тут таксуете уже, Жанка? Гражданка. Хазик опять выбрали, просто вся дорога в хазик, да. Не слышно, скажи. Вас не слышно, гражданка, алло. Не скажи, гражданка, меня слышно, сосало. Гражданка, меня слышно, алло, 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 меня слышно? Чисто на кулаках. Да ей вообще похуй, она будет камень ебаный едет. Она едет за солярой. Похуй мороз. Жёсткий хайт. Йосиф. Да зачем? Задебешь её нахуй, пожалуйста. Кончи эту дуру, блядь. Отправь её нахуй в стратосферу. Гражданка, алё. Да залёт, блядь. Попробуй заливать, я понял. А что это за дебил нас дебешит? Скажи ему, только не заливайте, пожалуйста, на него, мало ли, это ну глупый человек какой-то. Я спрашиваю, вы давно так зовёте тут? Давно посасываете. А сосёте давно писем? А, типа, в штате давно? Тоже нет. Сколько лет? Ну скажи, меня хорошо вообще слышно в микрофоне? Мне нормально слышно. Ну, да? Блядь, ну чё ты не спросил, блядь? Пиздец, шаблончик ходячий, нахуй. Слышно, говорю, сколько лет? Да-да-да. Ого, так вы тут давно уже.
Уже старая, ну, как, не старая, но... Ебать, спроси у нее, щавель или персик? Что вам больше нравится, кстати, персики или щавель? Не, это нормально, просто... Опа, а что это за люди, подойдите. Марсел. Да. Маркел. Маркел. Ты мне? Да-да-да. Это вам за поездку. Попроси у нее осмотр. Скажи, осмотр Бобби Джона сделайте. Сколько стоит осмотр Бобби Джона? Давай я грабу сделаем, грабу и сделаем. Давай. Я сейчас маску одену. Давай. Маска. Ствол есть хоть у кого-то? Давай пугай. У меня нет, похуй. Ох, у меня есть. Давай. Выходим, гражданочка, ограбление, выходим из машины. Гражданочка, выходим из машины, ограбление, гражданка. Выходим из машины. Ой, лучше выйти, мне кажется. Выходим из машины, гражданка. Вдруг начнет стрелять, гражданка. На третий раз открываю огонь. Гражданка, выходим из машины первый раз. Гражданка, выходим из машины второй раз. Гражданка, выходим из машины третий раз. Понял? Ебать, нахуевши. А тебя скинуло, да? А у меня минки нету, блять. Блять, я сейчас ее выебу, блять. Блять, ей вообще похуй. Сука, заказ выполняет, это ебать вообще. Ну сядь. Я же колесо ей въебал? Ебашь ее. Ограбление, выходим из машины. Я не буду бить тебя. Выходим из машины. Попра есть? Это демка есть? Нет. Бля, Никит, ты ж это, ты ж, блядь, смотришь мой стрим, отказ сделай. Да я могу, нахуя. Я не буду резервировать. Да не надо, я жалко. Мы долбаем его сами. Дадим это сыкать. Слышь. По твоему учению просто, блядь, пьюхаться научилась. Ебать, она в порядке, моя слоник. Че? Так. Ебать, микрофон нахуй 10 раз басит больше, чем Дэнни. Ну вон у Андрея, блядь. Я вообще, блядь, слова не разбираю. Все, ребята, я спать пошел тогда. Ночью по себе верну. Да у тебя микрофон хуёво настроен, у тебя, блядь, не будет жёстко. Ну вот сейчас ты норм говоришь. Счастливый пошел спать, блядь. Не уснёт до 4 ночи, я уверен. Блять, я же мог поставить на красное, а не на черное. Это все, не надо. Все, ладно, спокойной ночи. Давай. Shift тот. Окей. Ну, порекетили хорошо сегодня, нормальная тема. Да, вообще заебись. Мне понравилось.
Ой, бля, на Лёма ж... Ух, нихуя. Ты чё, нахуй? Внимание. Слышу таблетку. Кто невежливо со мной общается, тому нельзя таблетку. Так мы таблетки не выдаем. Надо вежливо попросить, правильно? Мудила, мы таблетки не выдаем, ты все сожрал. Кто вежливо попросите, сотрудник ЕМС, дайте, пожалуйста, таблетку. Ну где? Ты боишься сказать или что? Я просто что понять не могу. Ну где они, ты просто можешь мне сказать? Ты ему деньги в дар. Везде. Везде это где? Ты боишься сказать или что? Я не слышу. А ты что, байтишь? Ты боишься мне сказать, где ты что? Ты трус, понимаешь? А ты что, байтишь? Ну ты говоришь А, говори Б. Не, подожди. Значит, ебало твоё. О, Дэм мне забили! Ура, Дэм забили! Бомжи мне ебучие! Ура! Ай, 7 на 7, это чё? Ура, 7 на 7, ебаные бомжи мне забили! Это чё, мейн? Это мейн сейчас зайдёт? Это мейн зайдёт, это мейн зайдёт, ребята. Это мейн сейчас зайдёт, да. Это мейн зайдёт. Это мейн сейчас зайдёт, это шоу. Дима. Это же мейн зайдёт. Нормально всё, братан, ты как? Заебись. Это хорошо. Алло, меня слышно? Давай, панамочник, заходи в теру с моликом. Давайте. Покажи свою серу. Ты говоришь, покажи свою силу, понимаешь? Давай я тебе молик в рот засуну. В серу зайди и покажи свою силу, понимаешь? Давайте в рот засуну. Шляпник ебаный, блядь, заблеванный. Видел? Да, видел, бро. Да, ты можешь, бро, у меня кеды как-то все остаются, все мой хуй, чмошник ебаный, заблеванный, бля, я сижу в зеркальной броне, пока ты сосишь мне хуй, оправдываешься в него, братан. Сейчас я уже, ну, дыхалка уже умирает, да, братан, я просто именем. Не, зря сказал, запись, братан, запись, братан. Я имел в виду Пономаря того самого, ну ладно. Да я тебе говорю, чё похуй. Ну ладно, не пофиг. По губам тебя хуём водили? Слышишь, заплёванный, я твоим ртом себе хуй сосал, понял, да. Окей. Чё, окей, ну терпи, терпи. Да не похер, понимаешь? Да, конечно, не похер, если бы тебе было похер, ты бы не отвечал, бро, я психолог, ёбаный, слышишь? Давай, добавляйся, ищи. Добавляйся, запись, понял, чмошник. Что ты, что ты ёбаный, что ты доебался, ты типа? Добавляйся, ты покажи, слышишь, ты Нестер, ёбта, слышишь, спачку ёбаный, блядь. Давай, заходи, чипсы ЛС нахуй, слышишь, ты рифлёный, блядь. Что ты брови скинул? Пойду, о, пойду продам 8%. Давай. Ебать, ну, смотри, брови крутой, слышишь. Заходи. Да, бро. Бро, бро, ты реально крутой. GTA 5 RP. GTA 5 RP. Что, это не про GTA 5 RP? Что ты иди перед девочками, сука, выебывайся, придурок, своим броником, ебаный. Я ж тебе не про GTA 5 RP. Броник отдел. Я ж тебе не про GTA 5 RP, блять, я в жизни просто сижу, ну, ладно, коплю ладно. На ванце old school. Не, не дай бог. Не такие, как у тебя в GTA. Не, бро. Не завидуй моим кедам, пожалуйста, в GTA. Молчишь, сосал. Так это тот тупой. Я понял. Сами Diamond. Все, я убежал с позором. Алло, пацан, у тебя 80... У тебя 80 урона в тере, алло, пацан! Понял. Марсель, блядь. Слышишь ты, бомж, у тебя 80 урона в тере. О, бомж на траве, ну подпейся тоже нахуй лучше. Пара? Да, фараон. Шо ты, сборище твоих фанатов, фан-встреча, блядь, охуел, да, меня не позвал. Алло. Три раза титул снесли, просто за 30 минут приехали тут что-то пытаться. Тихо, ага, тихо. Блядь, сука, выходим на баскете, короче, один на один, этот прям перед моим прицелом, сука, бегает. Нахуй ты, ДБшки. Обиженные обезьяны приехали. Едь нахуй, нас. Чмо, блядь. Слышу. Ща я хуя не понимаю, что тут происходит. Чейз. Чейз. Есть тачка? Фанаты. Сейчас
такси вызовем. Все, они просто на теле уехали. Погнали. Даймонды 7 на 7 забили. О нет, о нет. Блин, обиделись. Сейчас мейн зайдет 100%. Мейн. Обещают, что мейн зайдет. И не заходит, хуя. У них нет мейна, никакой головы. Так, Нестер. Нижнее подчеркивание, Нестер. Надо зайти его обоссать. Мишель Лаур, хуйсос, поебаный. Который пытается что-то высрать. Да, блядь, не извести, и так денег нету, заебал. Блять, вот это поворот, фобушка. О, блядь, ебать, дядя Люха. Здорово. А что это вы? О, Люша, ты за мной машину пригнал, нихуя. А то. Так, ладно, сейчас давайте я спадки пошел. Куда спадки? Барона, довези до машины. Я буду. Человек, я сам пикнули. Он остался с той же фамилией. Чел, на дискурсе. Тварь, поговорить хочешь? С кем? Ну давай. Ну с этим полублокером? Бля, ну да, ты же хочешь с ним поговорить, давай. Точно, я вот... Правильно говорю, оттягивайтесь на всюхатать. И ко мне, блядь, мамаша нахуй заходит, орёт на всюхату. Если ты чё, ору, и там у меня включен микро был, я режим рации за это поставил. Аваки. Ты коптерша? Да, я тулюсь нормально. А Фамка коптер? Ну? Скоро тебе дать еще что-то? Не, ты нахуй?
чё, ты знаешь, нет? Человек. Ты не слышишь ничего? Не, ДС не раздаем. Я сказал, я высказал своё мнение общаться с таким человеком. Они, блядь, больше стоят. Так сколько чё? Они стоят? Сколько они стоят? Можешь подкинуть? We'll be right back.
Is it time to say goodbye? Dry your eye. We have been together so long. Is it time to let go? Apart we grow. Soon. Are the reason to go on living? I need to try things and be on my own. We'll always be friends, but keep our distance. We'll be together.